Серхио Санчес перехватил мяч и вывел его в атаку. Снова Санчес. Пас на судью, похоже, был. Скоа предлагает себя здесь же для передачи, кого ждет какого-то подключения. Да, широты атаки не хватило явно. Хисус Гамес прибежал, почувствовав это, опаснейший момент. Гол! Гол! Санта-Крус! Рокки Санта-Крус! 2-1 Малага! 2-1! Все было. Серхио Санчес сейчас, напомню, сыграл в атаке великолепную роль. Выведи мяч туда. Гамес подключился, дождался этого Иску. Вот эта подрезка Хуакина, конечно, сбила с толку Адана всецело. Он блокировал ворота. Ну, как здесь все угадать, правда же? Хуакин ведь наверняка в ворота и пытался мяч послать. Но вышло, что вышло.